Сегодня вечером ты ляжешь в постель, а у тебя под наволочкой что-то мягкое. Отложишь свою какаху в постель, я тебя обрею, понял? Мою это несерьезно. Я возьму у Дракса. Енот-ракета, несмотря на свои скромные размеры, является без сомнения самым дерзким из всех Стражей Галактики. Предлагаю вам сегодня вспомнить 10 крутых сцен с этим полюбившимся всем персонажем. И начнет у нас сцена, в которой ракета вместе с Грутом, Гаморой и Квиллом загремели в тюрьму. Здесь енот вместе со своим напарником сразу же показывает, кто тут главный. Гуманоид своими ветками поднимает за ноздри самого борзого заключенного, а ракета в это время объясняет всем, что теперь любой вопрос решается только через них. Давайте кое-что уточним! Все вопросы решаются через нас! Я с ними! На 9-м месте смешная сцена из фильма «Стражи Галактики 2», где ракета, никого не предупредив, отправляет корабль Кэга через полсотни скачков, что весьма пагубно сказалось на всех находящихся на борту. На 8-м месте забавная сцена, в которой маленький сорванец Грут по полной испытывает нервы на прочность своего теперь уже наставника ракеты, который максимально доходчиво пытается объяснить Груту, как активировать бомбу. Однако с первого раза сделать это не удается. Так, сначала этот тумблер, потом этот. И активируешь. Но главное, запомни, вот эту кнопку не нажимать. Я есть Грут. Ага. Я есть Грут. Умница. Я есть Грут. Нет! Я есть Грут. Ага. Нет! Дважды ошибиться в одном месте, как такое возможно? У тебя в сумке бесценные батареи и атомная бомба! Что не мог прихватить изоленту? Мы все умрем. На 7-м месте сцена, в которой ракета совместно с Грутом, как охотники за головами, пытаются поймать Звездного Лорда, за которого была объявлена большая награда. И в конце концов ракета с помощью 4-ствольного электрошокерного гранатомета обезвреживает Квилла. Но радовалась парочка недолго. Давай, корчись, человечишка. Объект 87B13. Оружие на землю. На 6-м месте сцена, в которой дерзость ракеты просто зашкаливает в фильме «Мстители. Финал». Переместившись вместе с Тором за камнем реальности в Асгард, енот осмелился дать пощечину самому богу грома. Иди сюда. Зря. Это... Ближе. Думаешь, ты один потерял кого-то? По-твоему, зачем мы здесь? Ты что, плачешь? Нет. Да. Ты сможешь. Кошмар. Да, готов. Мужик. Нет, не смогу. Вперед, сердцеед, она одна. Отличный шанс. Тор? На 5-м месте побег из тюрьмы будущих Стражей Галактики, в котором все организовал именно башковитый ракета. Но когда все пошло не по плану из-за Грута, енот приходит на помощь своему атакованному другу и, получив ствол размером с себя, начинает крушить дронов охраны не хуже, чем Рэмбо. На 4-м месте финальная сцена первого фильма «Стражи Галактики», где ракета после смерти своего напарника показал, что он не только головастый, но и рукастый. Он наспех собирает оружие, с помощью которого Дракс уничтожает молот Ронана, освобождая камень силы. А затем ракета вместе со своей командой помогает Квиллу уничтожить Ронана. Отца и его отца! Вы заплатите мне сполна! Thank you.
На третьем месте единственная сцена рукопашного боя ракеты, которого двое опустошителей не восприняли всерьез без оружия. Но енот голыми лапами без труда уложил обоих бандитов. Однако Йонду при помощи своей волшебной стрелы все же сумел захватить енота. Черт. Привет, Харек. Как поживаешь, синеглаз? На втором месте сцена из фильма «Мстители. Война бесконечности», в которой ракета вместе с Грутом и Тором эпично прибывает в Ваканду, после чего енот на пару с зимним солдатом отстреливает космических псов из армии Таноса. Получайте, свора собачья! Фото! Фото! Эй, почем пушку отдашь? Не продается. Ну ладно, а руку тогда? Ну и на первом месте полная сцена из второй части фильма, где после крушения корабля ракета развлекается на Берхарте с прибывшими опустошителями. Он использует кучу разных хитроумных ловушек собственного производства, с помощью которых ему удается расправиться почти со всеми бандитами. Ну и в завершении выпуска также предлагаю вам вспомнить и некоторые смешные моменты с дерзким енотом. Держи. Да нет, это была шутка, на кой он мне нужен? Я перевел ему 30 тысяч юнитов. Глаз того парня. Нет, простите, все нормально, нам не нужен ваш глаз. Ну встал я, чего, довольны? Стоим впятером, кружком. Может, еще за руки возьмемся? Прям как клуб анонимных идиотов. А у тебя был второй вариант, типа чпок в пупок? Уверен, у пати твоего между ног стальные, не то что у тебя подкидыш. А ты любитель вонь разводить, да, друг мой? Не, я профессионал. Сосочки, бобо! Как дальше жить? Почему он там занят? Что это такое? Ладно, Квилл. Я вижу, как ты подмигиваешь. Проклятие! Я что, левым мигал? Что вы мне стерва стрёмная? Ну, это все вранье. Вот черт, опять не тем глазом моргнул. Батарей никому не надо.